Итак, сегодня у нас с вами шестое, шестое, нет, пятое, да, или шестое? Пятое. Сегодня у нас 5 июня, лето вступает в свои права, и мы продолжаем обучаться пользоваться практикой системных расстановок. Итак, с каким бы запросом ни пришел клиент, даже прежде чем вы его будете слушать, задавать вопросы, уточнять, смотреть, какая мысль самая важная, в чем возможность расстановок? Ответ За этим один. стоит. Нет, рано, рано. Вывести в проявленное. Вывести в проявленное. Я не знаю, чего нельзя вывести в проявленное. И вот я делюсь с вами опытом, почему я так уверенно об этом говорю. Вот я разговариваю с человеком, еще не до конца понимаю, что именно стоит за его запросом, еще не уточнили запрос. И вот я испытываю, я говорю о событиях там 15 с лишним лет давности. Я испытываю беспомощность, ничего не понимаю, что делать, куда идти, как. И клиент начинает путаться. И я так, махнув рукой, говорю вдруг, вот так, на удачу, говорю, слушай, давай посмотрим, зачем ты сегодня сюда пришел? Идею услышали? Я вывожу фигуру и говорю, ну, человек попросил о работе, я вывожу фигуру и говорю, вот это то, зачем ты сегодня сюда пришел. И мы с вами прямо сейчас можем это попробовать. Вы же тоже сегодня сюда зачем-то пришли, правда? Вот поэтому, куда идти дальше в расстановках, что делать в расстановках, да? Вы будете слышать от людей, от тех, кому вы будете попадать на расстановки дальше, или от своих вот товарищей, которые мысли, так, а что делать дальше? Как распаковывать? Выдохнуть и понимать. Внимательное наблюдение всегда подскажет, куда движется энергия. Допустим, вы хотите что-то распаковать. Давай посмотрим, что за этим стоит. Ставите, а там движения нет. Значит, что? Марин. Якщо нема. Ну вот вы поставили щегри, я ничего не чувствую, никакого движения нигде нет. Ну, значить, застой, я не знаю, як це сказати. Отлично. То есть что можна За зробити? Поставити то, що перекриває це сколько? движення. А Можна? сколько? Понимаете как? То есть, посмотрите, я говорю об универсальных возможностях взаимодействия с энергоинформационным пространством. То есть я не знаю, я просто не знаю. Но если я камень в воду брошу, что будет на воде? Круги. Поэтому нам надо что? Я умею плавать или не умею плавать? Как узнать? Да, зайти в эту воду. Поэтому я уже несколько раз на занятиях, и вот кто в записи хватит сил, у кого посмотреть, утверждаю, вы все уже принадлежите к инициированным. Вы уже в поле понаходились столько, что сама ваша сущность, ваше взаимодействие. В общем, если вы уже держались на воде и не тонете, можно сказать, что вы умеете плавать? Ну, конечно. Если вы не... Нет, я ж вас на Олимпиаду не приглашаю. Но если вы научились держаться на воде, то доплыть до лодки, доплыть до берега, вам уже что? По силам. Чем вы будете в воде пользоваться? Телом, ручками, ножками. Ласты наденете. Будете движение делать. А в расстановках чем вы будете действовать? Чувствую и наблюдаю. Если я не знаю, что делать, самое веселое. Я сейчас поставлю то, чего я не знаю. И поверьте, будет работать.
Я сейчас выведу в проявленное то, что мешает мне увидеть. И здесь, кроме практики, ничего не нужно. Ну, например, студенты вот этой большой программы присылают мне и говорят, вот тут, ну, рисунок стоит, тут этот, куда что будет двигаться. Я могу ответить на этот вопрос по этому рисунку? Вот рисуночек, там нарисованы фигуры, и говорят, скажите, куда что будет двигаться? Как вы думаете, можно ответить на этот вопрос? Ну, прямо, может, не знаю. Ребят, вы можете узнать температуру воздуха, не высунув руку на улицу? Градусник или еще что-то? А, Понимаете? Ответить на вопрос, если фигуры стоят вот так, кто куда будет двигаться? Не, пофантазировать я могу. Ну, я же скажу, да. То есть я... Ну, а как это? Вот если папа стоит так, мама стоит так, то куда будет идти энергия? Понятия не имею. Если это уже включено в поле, да. Да. Понимаете? Поэтому на сегодняшний момент, почему я считаю, что вы уже, да, расстановщики. Единственное, не хватает только вот этого вот уверенного опыта, что с полем можно что? Взаимодействовать. И здесь два аспекта. Первое – наблюдательность и чувствование. Наблюдательность и чувствование. Дашенька, включись, пожалуйста, я хочу сейчас, раз уже у нас так сложилось, пойти вот в этот эксперимент. Это счастье, что у вас нет вот этой сошоренности как надо. Да не знаю я, как надо. Понимаете? Хотя я себе противоречу. Сегодня я и Даша, мы не знаем, но мы что? Чувствуем. И вы такие же. Дашенька, можешь включиться? Потому что я хочу сейчас сделать то, что я обещала. Оля, давай посмотрим, зачем ты сегодня сюда пришла? Я даже знаю. Ты знаешь. Вот давай, попроси нас о работе. И сейчас, я надеюсь, Даша, видно, с телефона еще с кем-то работает. То есть, что я сейчас хочу вам показать? Вы пришли на берег реки. Вы до тех пор, пока вы не зайдете в воду, вы не знаете ни ее температуры, согласны? Вы не знаете, умеете ли вы плавать, правда? В воду надо что? Зайти. То, как там барахтаются другие, вам о чем? Ну, только о том, что туда можно зайти. По цвету их кожи там, по их, где вы можете понять, хорошо в воде, плохо. Понять, но не почувствовать, правда? Вот так и в расстановках. Если к вам пришел человек с каким-то вопросом, мы сейчас и об этом еще поговорим. И вдруг вы потерялись, и он сам, да я не знаю уже, я запуталась, я ничего не знаю. Давай посмотрим, зачем ты сегодня сюда пришел. Оля, попроси, пожалуйста, нас о работе. С тебя начнем, и сейчас с каждым это Геногенная группа, поработайте, пожалуйста, для меня. И, пожалуйста, сделай назначение. Попроси кого-то из присутствующих. Яну, меня, Марину. Я надеюсь, Даша подключится. Она сегодня под псевдонимом Стас. Или это Стас? Ребят, включитесь, пожалуйста. Сделай назначение. Мне, простите, именно то, о чем я думаю? Нет, будь информация о том, зачем я сегодня сюда пришла. Ирина Германовна, побудьте, пожалуйста, информацией то, зачем я сегодня пришла. Не знаю, что на вас. Нормально. Я перестала дышать. Меня выгибают. Смотри, куда у меня пошла голова? В левую сторону. Я опираюсь рукой на правую сторону. Так интересно, голову повело вот туда, а глаза косят вот сюда. Дышать совсем не могу. Что дальше надо делать, Оля?
Я описала свое состояние. Что дальше надо делать? Все думаем. Ваши варианты. Оля, ты меня видишь? Оля, ты меня видишь? Да, я должна озвучить, что как я реагирую на это. Да, шикарно. Вот ты это увидела. Наблюдай за собой и произноси наши волшебные фразы. Какие? Да, я это вижу. Мне непонятно пока о чем. Здесь нужно эмоцию дать. Мне жаль, но я не понимаю, о чем это. Мне жаль, но я не понимаю, о чем. Небольшой вздох. Мой взгляд конкретизировался на полосочке. Вот тут стоит газовая печечка маленькая, туристическая. У меня на барной стойке. Вот. Слава тебе, Господи, нет света, но зато есть другие приспособления. У меня, кстати, губы сжались. Я стала рассматривать эту барную, на барной стойке эту газовую печечку, конкретные моменты. И я сейчас тебе, Оля, предложу. На твои слова, то есть что? У меня конкретизировался взгляд вот туда. Угу. Что мы теперь можем делать, ребята? Мы теперь можем эту информацию, куда я смотрю, на ком-то проявить. Да, раз я туда смотрю, значит, это что? О чем-то. Я сейчас... сейчас, секунду. Я сейчас какую информацию несу? Скорее всего, я несу информацию об истинном намерении твоего присутствия на этом занятии. То есть это твое намерение, твое состояние. И оно конкретизировалось, оно вышло, вот прям там я вижу только полосочка с вот такими полосочками. Попроси, пожалуйста, любого участника, попроси быть информацией о том пятне, полосочке, на которой смотрит носитель информации. Делай назначение. Марина, побудь, пожалуйста, информация о том, куда смотрит носитель Ирина Герман. Фигура, да. Фигура, которая несет информацию о том, зачем я сюда пришла. Как только ты сделала назначение, я рукой, руку сюда, рука у меня пришла, вот сюда вот. Это жест столь свойственный тебе, ты иногда так делаешь. И я чуть-чуть начала дышать. Марин, поймала что-то? Ну, мій погляд, він зачепився за такий сонячний відбиток на стіні. Він дуже яскравий. І я відчуваю, як мої очі просто поглинули в цей відбиток. Когда я слышу твой голос, моя голова потихонечку поворачивается. Я продолжаю быть в контакте с этими полосочками. Там вот на этой печечке туристическая такая полосочка, как вентиляция, может, не знаю. Я медленно продолжаю вот рукой делать. И медленно что-то с глазами. Вот, вот теперь я увидела, что есть экран. Вижу Марину. Марину вижу. А в мене очі настільки зосереджені на цьому відбитку сонця, що я починаю сліпнути. У мене очі перестають... Таке враження, що як спалюється якась оболочка. Оля, вступай. Ну, я, когда слышу об этом, мне немножко тревожно, но я, к сожалению, не понимаю, о чем это. А ты, Оля, не спеши. Какие слова Марина произнесла? Свет. Да? Напоминаю, я сейчас как Ирина говорю, как ведущая программы, да? Угу. Мои глаза сейчас на Марине. Как Ирина, я говорю, ведущая, я говорю, Оля, она говорила слово свет. И что? Я начинаю что? Слепнуть. Да. Оль, ты не спеши. Я вся сосредоточена на Марине. Левая рука без конца у меня. Теперь себя начала видеть и Марину вижу. Теперь в рамках ваших знаний, смотрите, глаза с чем у нас связаны в системе? Сердцем или нет? Сердце, почки, печень. Почки, печень. Угу. Почки это что? Страхи. Опа, реакция у Марины пошла. Говори, Марина. Мікрофончик включи. Вибачте, не можу дивитися. Мені, я коли закриваю очі, у мене ця пляма, оця сонячна, як ніби
Мені заважає. Угу. Я все одно її бачу, навіть коли я закриваю очі. Угу. Угу. Яркое світове пятно. Посмотри, лицо у Марины какое. Недовольное. Угу. Ну, зато я теперь могу дышать. Не вижу Марину. Что мы имеем? Вы знаете тело. Скорее всего, речь с чем связана? Со страхами? Конечно. Конечно. Недовольная. Страхи. Ощущение света. Как ты себя сейчас, Оля, чувствуешь? Ну, на недовольная, я об этом сегодня весь день думаю, что я недовольна всем. Вот, чувствую себя ровно. Смотри, мы поставили вопрос, зачем ты сюда сегодня пришла? Поставили, что ты меня назначила. Я замерла, стала смотреть куда-то. Мы эту информацию вывели на Марину, и что у нас проявилось? Яркий свет. Нежелание на него что? Смотреть. Смотреть. Угу. Она закрыла глаза, находится вся в себе. При этом я продолжаю смотреть на нее точно. Ну, давайте логику включать. Скорее всего, тебе не хватает впечатлений, не хватает чего? Красок. И при этом присутствует что? Красок жизни, впечатлений не хватает. Не И при этом ты что? Боишься? А, боюсь. Ну, я. Марина, как тебе отзываются эти слова? Ну, я їх чую. Угу. Я чую, і вони мене як присипають. Є таке враження, що я уходжу в якусь сплячку. У мене холодіє ліва рука. От у мене прямо кисть та холодна стала. Угу. І так напоминаю, смотрите, ми пішли в роботу тільки тому, що ми знаємо, что проявится непременно все, что мы только подумаем посмотреть. Логика может подсказывать. Давай, Оль, развлечение, которое ты получаешь, занимаясь с нами, по сравнению с жизненной рутиной ежедневной, оно более яркое или менее яркое? Что у тебя ярче, чем встречи на этих занятиях сегодня? Говори, как сегодня... есть. Сегодня ничего, сегодня целый день убирала. Ну, а если сегодня назвать год, месяц, там, 2 года, что ярче, чем встреча вот на этих занятиях? По ощущениям, по впечатлениям? Ну, вот еще когда сфотографирую, если там просят. И, ну, это очень... А почему ты со знаком плюс только рассматриваешь? Ведь яркие впечатления – это не только со знаком плюс. А негатива достаточно, особенно голова подбрасывает много. Угу. Что происходит, Марина? Я зачепилася за слова яркие впечатления. Угу. Я прям так аж з якоюсь надією почала вслуховуватись угу. в Оліні слова, що вона скаже. Угу. Я прям аж це, я навіть аж прокинулась від слова. Яркі впечатлення. Але от саме мені, коли ви сказали, що знаком плюс, а я ще знаком мінус, то у мене, типу, як я така, ну, я хочу тільки зі знаком плюс. У мене є бажання якогось яскравих таких ось якихось. От як це було п'ятно, таке п'ятно, на яке я дивилась, якому я була поглощена, мені от не вистачає такої, да. Слушай, у меня аж рот пересыхает, когда я смотрю на Марину, слушаю ее, да? И у меня какое-то взаимодействие. Напоминаю, я то, зачем ты сюда пришла. Марина что говорит? Какое слово? На какое слово она отреагировала? Яркие впечатления. Да. Что ты можешь? О чем тебе вот этот диалог сейчас или монолог, или что-то происходит, говорит? Ну, мне, наверное, о том, что я... Ну, мозг, вот,
ну, вот это ровно, когда все, я, мне хочется вот этого драйва. Ну. Давай пользоваться другими словами. То есть что напрашивается? Что, оказывается, ты приходишь сюда за впечатлениями. Да. Что мне не хватает впечатлений. Причем здесь не хватило. А. Давайте не будем рассуждать такими категориями. Что такое драйв? Это движение. Драйвер, водитель, да? Mm-hmm. Если мы слово драйв заменим слово впечатление, это логично? Да. Ну вот у меня впечатление, да, я повторю вопрос. Что сегодня вокруг тебя? Итак, мы нашли фотографии, это впечатление. Что еще оставляет в жизни и оставляет яркие впечатления для тебя? Раскрашивает твою жизнь? Ну, сейчас пока ничего такого нет. Меня слова раскрашивают. То есть обрати внимание, почему я так уверенно иду? Я прям уже готова в экран влезти. Да, оказывается, эти занятия в первую очередь, можешь ты согласиться или свое что-то сказать, для тебя являются довольно яркими впечатлениями. Это так, Оля? Ну, я вот когда не было занятия, да, у меня было типа, я, ну, вопрос в том, что я не знаю, что я хочу. Я тогда сижу и думаю, а что же делать, чем это время занять? Обрати внимание, я сейчас только потому, что тебя знаю. Позволю себе что-то вы... Яночка, если ты сможешь, побудь, пожалуйста, информацией о том. Смотрите, что получается. Побудь, пожалуйста, информацией о том, почему Оля не воспринимает учебу как просто яркие впечатления. Что мешает ей воспринять знания, как с которыми она сталкивается, ощущения, через которые приходит, что мешает ей воспринять как яркие впечатления. Посмотри, что у тебя будет происходить. Ну, я однозначно сразу закаменела. Угу. И ощущаю себя горой. Внимание. Просто какой-то какой треугольник. Угу. Я сейчас свое любименькое сделаю. Ну, любименькое, не любименькое, у меня бумажка есть. Я с Яной заберу то, что Оле не принадлежит. О, Поля, что меняется? Ян, что меняется? Ну, я почувствовала движение в таз и в тазу и в голову. Ні, не можу його забрати. Я выскажу предположение только потому, что я, кроме того, что носитель информации, еще и ведущая. Смотри. У меня открываются широко глаза. Отлично. Ребята, когда я иду учиться для чего-то. Правильно? Поэтому вот здесь находятся установки ума, которые допустить не могут. То оказывается, учиться – это получать яркие впечатление. Как тебе это, Оля? Установка семьи какая? Что говорит мама? Зачем тебе это нужно? Что говорит муж? Зачем тебе это нужно? А ты не можешь им ответить. Ты ж не собираешься быть доктором, как Яна. Я не знаю, будешь ли ты идти в консультирование, как Марина. У тебя нет для семьи ответа. Это так, Оля, или не так? У меня для себя нет ответа. И даже то, что ты этими знаниями уже пользуешься, занимаясь здоровьем ребенка, для тебя тоже не ответ. То есть рассматривать встречи на этих занятиях как яркие впечатления, ты же много чувств испытываешь, когда в процессе работы идешь. Да. Да. Посмотрите. Ну... Я еще, наверное, знаю, что сказала, что у меня, в принципе, вот к учебе, вот я смотрю, люди так там учатся, там, а я просто вот, у меня нет этого, я всегда мечтала о том, чтобы это было, вот это внутреннее... То есть, опять что, внутренняя установка? Ну да, как должно быть? Ну, а как, ну, чтобы это вот, внутри шевелилось, о, обучение, а не так, что, о, обучение. Ну да.
Я сейчас верну Яне то, что забирала. Яна, я возвратила тебе то, что забирала. Что происходит с тобой? Перед тим, як ви мені повернули, в мене прям така груди підняла, яка така емоційна, аж зараз досі по руках мурашки йдуть, мене пробирає. Я глибоко дишу. Я зацікавлена в усьому навколо. Ну, ніби я навіть збільшилась до, ну, до обмежень, тут до будинку наступного. Посмотрите, что творит ум и установки. Я несколько раз, как не из информации, задавала Оле вопрос. Оля, участие в занятиях – это яркие впечатления? И мой вопрос... Да, ну ты говорила как? Печально. Из вежливости соглашаясь со мной. Потому что установка, если я иду учиться, то это нужно для чего-то. Потом ты говоришь, ну да, не было занятий, скучно заняться там нечем. А семья говорит, зачем тебе это? Ты тратишь деньги, ты тратишь время. Зачем тебе это надо? Зачем тебе это надо? Так, и доказательства вроде как нет никакого. Посмотрите, ты назначаешь меня информацией о том, зачем ты сегодня здесь. У меня перехватывает в первую очередь что? Дыхание. Я отворачиваюсь в какую сторону? В правую сторону. Дорогая мама, мне важно, чтобы ты признала мое право учиться. Мы уже знаем по картографии. Все, что связано справа, это, скорее всего, женская линия. Право, а не лево? Левая. Ну, я повернулась в левую. Запутала голова уже. Я в левую повернулась. Так? То есть вот с оглядкой на кого? На маму. Да. Мама, мне тебе нечем доказать, что мне тут надо. Так ты что туда за такие деньги ходишь развлекаться? Учеба это что? Это не развлечение. Ну так или не так? Ребят. Ну, у меня мама вообще насчет, если маму брать насчет расстановок, у нее постоянно убеждение, что, я не знаю, откуда она придумала, у тебя очень тонкая аура, из тебя постоянно все что-то забирают, и на расстановках у тебя тоже энергию, и она мне постоянно об этом жужжит, что я открытая очень, и что, ну, у нее какое-то свое видение за этих расстановок, и она мне каждый раз... Предоставить вот, маме право я ей предоставляю. Быть со своим видением. Ну, интонация, с которой ты об этом говоришь, конечно, говорит о том, что это горько, это неприятно, это тяжело. Ну, меня так... это еще и пугает, потому что она мне начинает рассказывать, что я вот руки помыты, писал волосы. Закрывай, ты говори. Что такое? Почекай. Ой, Ёшкин, иди там папа промыли. Не знаю. Удели внимание ребенку. Итак, смотрите. Марин, хорошо, как ты себя сейчас? Привет, Ильдарчик. Привет. Привет, дорогой. Ты на улице был? Да. Да. Пожелай маме хорошей учебы. Хорошего часа. Мама, будь слухняной, да? Учись как следует. Мама, а скромный ты иди с Ленишей. Итак, посмотрите, я удивлена тому, что происходит. Я как Ирина. Мы поставили информацию, зачем Оля сегодня здесь. Марина отреагировала, что яркие пятна, яркие краски. И ты ожила, изменилась в лице, когда возникли слова, какие яркие впечатления. Желая подсказать Оле, подумать в этом направлении, с чем мы столкнулись? Смотри, какое у тебя сейчас выражение лица вот на экране ты видишь? У меня? Да. Это некрасиво. Гарно. Ну, таке, знаєш, як відчуття такої незадоволеності. Ну, так я ж кажу, що некрасиво. Воно в мене постійно таке. Я вже на це смотрю. Та неправда. Ну, що ти вже? Так. Ні, Оля, не преувеличивай. Ні, ну так, да, ти вже зараз це. Не преувеличивай. Тобто, посмотрите, виходить запрет на радость. Запрет да. на радость. Щоб я розрішила собі радуватися, я повинна отримати від когось що? Одобрення.
Я должна подключить от кого-то удобрение. И когда я попросила Марин, Яночку, будь информацией о том, почему ты не видишь, почему тебе трудно признать, что получение этих знаний, проживание ярких ощущений на этих занятиях, почему тебе трудно признать, что это хорошо, что это интересно. Оль, да было бы совсем неинтересно, не приходила бы ты сюда. Гляни, с Маринкой встретишься и на других не, посмотришь. Мне... Вот. 100% интересно. Ну, а, мне да. Интересно 100%. И, а ты смотри, как Яна, что как Яна, какую Яна, что описывала? Я как глыба. А потом, когда я вот на бумажечку просто забрала не твое, Яна, повтори, пожалуйста, когда я забирала, повтори, какие ощущения ты испытала? Сейчас включи микрофончик. Я забыла. Ты сказала, что я как бы открылась? Да. Я прям распростерлась такая, я вот стала такой, как... огромный, я на детской площадке, я как огромный шарик от здания до здания, и я вот прям ощущаю это здание, то есть я вот в ощущениях увеличилась. Жажда впечатлений есть, а позволение признать право на эти впечатления нет. Потому что, когда ты говорила о том, как мама переживает за тебя, мама так проявляет свою любовь, да? Но ты говорила это с очень большой тревогой. Да нормально все это. Потому что мама главный человек в жизни. Сегодня мама тебе нужна. Мама тебе нужна не потому, что ее дочь. Ты и ребеночка оставить можешь. Приболела, мало ли что мама и покушать принесла и так далее. Мы все нужны друг другу. Но посмотрите, я, честно говоря, рада, что мы сейчас вот в это пошли. Итак, Оля, ты получила ответ на вопрос? Зачем ты сегодня пришла? Да. Как? Я на самом деле вертолетик. Ответь ребенку. Ребенка важнее всего. Он что забыл? Я ще, поки Оля там говорить, я ще дивлюсь на своє відображення, ну я сама. І на мені на обличчі падає світ, красиво падає. Да, але мені я не можу дивитися на це. Тобто він так гарно падає, так прикольно, воно якось так, якось, а я прям хочу відвертатися якось отак. Я якось не можу зрозуміти, це гарно, не гарно, чи мені піти закрити те вікно, чи а що ви подумаєте? Чи це не дуже театрально якось? От, якось то есть опять такі... смотрите, що получається. Страх і сумнення. Ну, якось так, от страх проявитися. Не тільки якось... проявитися. Страх, я навіть не знаю, як. І страх оцінки. Страх оцінки. Так, да, да, да. Я сама не можу зрозуміти, а як це гарно чи не гарно. Чи... Олечка, як ти себе зараз чувствуєш? Які у тебе мислі, ощущення по поводу того, що происходит? Когда Марина говорила, плакать хочется, ну просто не то, что прям хочется плакать, ну слезы выступили, скажем так, в теле пошла реакция. То есть посмотрите, какая интересная вещь. Опять возможности расстановок. Именно возможности расстановок. Мы сейчас не ушли ни в интроспекцию, никуда мы не ушли. Мы просто поставили вопрос, зачем я сюда пришла? Я окаменела. Я вам говорила, что дышать не могу, вывернулась в левую сторону. Потом, когда появилась другая фигура, я чуть-чуть ожила, стала смотреть на предмет. А, это еще до этого чуть-чуть, когда пускай Коля поговорила. И мы информацию от точки, куда я смотрела, вывели на Марину, да? И первое, что у тебя сразу, Марина, было? Яркое пятно, яркий свет. И страх этого яркого света. Ты от этого яркого света что? Спочатку не могла відірвати погляд, а потім втомилася, закрила очі, не могла дивитися, але він все одно якось от навіть закриті очі. А Оля, як наблюдаю за этой работой, оставалась печальной. И когда я провокативные вопросы задавала, Оль,
Ну, какие у тебя яркие впечатления? Что у тебя еще? Какие яркие впечатления? Ты говоришь, фотография. Отлично, замечательно. Дальше, что ты еще сказала? Ну да, я говорю, ну интересно, ты приходишь на занятия. Вот. И тут возникает, что есть установка какая, что если я учусь для развития, то должен быть, что драйв, жажда познания, там, что там еще должно быть? Что-то должно быть. У меня этого нет, значит, это что? Какое-то неправильное. Какое-то неправильное. И Яна четко, когда попросила Яну быть информацией о чем? Почему Оля не позволяет себе признать, что ей хочется ярких впечатлений, что это действительно яркие впечатления, а соединиться с этим пониманием не получается. И Яна сразу какой стала, Оля? Тяжелой. Как она сказала? Я как каменная. Что дальше произошло? Я позволила себе на правах ведущей снять информацию, которая тебе не принадлежит. И я наш сказала, я большая, как шарик, я жажду познаний. То, что говорила Яна про шарик, про большую, про впечатление, это про драйв или не про драйв? Да, про драйв. Угу. Итак, какой же ответ на вопрос? Зачем ты сегодня сюда пришла? Для впечатления. Да. Я предлагаю здесь остановиться. Благодарим вас. Благодарю вас. Ох, я думала, что я уже вышла из информации, но только после твоей благодарности ушла. То есть тяжесть определенная была. Что с тобой, Маринка? А я все це маю сім відео, я не знаю. Хорошо или плохо? Ну, мені робить, чи закривати мені, чи отак камеру, чи сюди мені камеру. І я така, задоволена. А тобі це мішає? Мені ні. От і все. Але я думаю, а що ви подумаєте? Опаньки, як ми залежимо від оцінки, так? І так, ціль того, що ми з вами зробили. Цель того, что мы с вами сделали. Я хочу, чтобы вы... Ну, заразить вас хочу. В расстановках можно работать с чем угодно. И превращать их каждый раз либо в коррекцию на основе круга усин, либо в разборке со своими внутренними конфликтами, либо в системные семейные расстановки. Что у кого стоит, нет необходимости. Что мы сейчас с вами сделали? Как вы поняли? Что мы сейчас с вами сделали? На что мы посмотрели? Что? Оль, на что мы посмотрели? На правду? На то, зачем я пришла сюда. Да. Как тебе это? Огорчило, опечалило, угнетает или что? Не спеши. Вот сейчас слушай свое состояние. Ты расстроена, разозлилась. Ты огорчилась, обрадовалась. Что, что, что? Ну, я немножко, не, скажем так, не совсем поняла, потому что... А давай посмотрим. Вот расскажите, вот сейчас там нужна аналитика. Чего именно ты не поняла? Ну, потому что я... Нет, подожди, не потому что, а чего именно ты не поняла? Я не поняла. Сейчас попробую это... У меня какая-то растерянность. Отлично! Я осознаю, что... Что я прихожу на расстановки за впечатлениями. Давай так, ты не на расстановки приходишь, ты на занятия приходишь. На занятия. На встречи, так. На встречи. И, наверное, проявились вот эти мои установки, ну, действительно, когда мне все говорят, зачем тебе это надо, ну, как бы, и такое, ну, немножко... Микрофончик, микрофончик. Микрофончик, Оля.
Что-что? Не услышала. Микрофон выключился, мы не услышали тебя. А, у меня... Я говорю, что и с другой стороны такой, как внутренний конфликт, потому что мне говорят, зачем ты туда ходишь, ну... Угу. То есть... Ну, как-то так, наверное. Ну да, но это честно. Это честно. В прямом смысле этого слова. То есть смотри, с чем. Мы опять, в первую очередь, мы столкнулись с установками. Ну да. Да, с установками, которые что? Ну давай посмотрим. Предположим, что сейчас ты, вот все сказал так, нет времени, нет денег, с меня все смеются, я прекращаю ходить на занятия. Это принесет облегчение для тебя? Нет, так я не собираюсь. Тихо. Ты себя слушай. Не, не принесет. Почему? Тебе неудобно будет перед Маринкой, передо мной, перед кем тебе будет неудобно? Потому что денег нет, времени нет, меня никто не одобряет, я не буду сюда ходить. Не, я хожу, потому что мне интересно. Слышишь? Ну, это... Да я тебе верю, Буратино. Я говорю, предположим, что ты не будешь сюда ходить. А что я не буду ходить? Я такого даже не рассматриваю просто. Смотрите, говорю, если что-то вы случится... помните, почему я Буратино это ругаюсь? Как Мальвина учила Буратино математики? Я поняла. Буратино, у вас 5 яблок. Некто взял у вас 2 яблока. Сколько яблок у вас осталось? 5. Не, Буратино, у вас 5 яблок. Некто взял у вас 2 яблока. Сколько осталось? 5. Почему? Да фиг я негде яблоки отдам. Ну, я поняла. Поэтому я тебе как сказала? Предположим, что ты не ходишь. А, предположим, что я не хожу. Ну, конечно. Не станет, ну. Я верю, что тебе интересно. Тем более до тех пор, пока нам с Дашей интересны ваши глаза. Интересны вопросы, интересны люди, с которыми мы встречаемся. Мы же делимся с вами знаниями. И это скорее сотрудничество, а не просто там научение чему-то. Я сегодня вот с этой работой продолжаю с вами драться в первую очередь. Вот, кто в записи будет смотреть, наберитесь терпения. Расстановки не бывают плохими, хорошими, правильными, неправильными. Расстановки или есть предположение, что ты... что-то делаешь. Mm-hmm. Какую параллель я ввела? Вы на пляже. До тех пор, пока вы не зашли в воду, вы все равно на пляже, но вы не в воде. Может, вы весь день там просидите и не зайдете в эту воду. То есть я буду знать, что да, я видела, как люди что делают? Купаются. Я видела, что кто-то заходил поглубже, кто-то заходил подальше. Я видела, как люди купались. Значит ли это, что я купалась? Вот. То же самое в расстановках. Можно сделать назначение, можно поставить, кто-то там будет крутиться, но ты сам не чувствуешь, и нет ощущения вот этого бессловесного знания. И те, кто есть, тоже, ах, поплакали, ах, и что? И ничего. И такое бывает. Поэтому я показала вам сейчас, и мы сейчас продолжим это делать. Первое, когда мы хотим сходить в поле и не знаем зачем, мы можем вот этот прием применить. Какой? Давай посмотрим, что тебе нужно. Или давай посмотрим, зачем ты сегодня пришел. Вот на что мы... Марин, да, насколько для тебя показательна была вот эта работа сейчас? А в контексте показательно. Что, ну, что ты увидела? Что ты увидела? Что мы делали? Ну, проявляли, да. Это, давай так. Это была расстановка? Да. Что Оля, по твоему мнению, что Оля прояснила для себя? Что ей подсветило? Вот ты как подруга, знающая Олю. Да, знающая Олю. И как человек принимал здесь сейчас участие, что ты увидела? Что ты увидела? И ну, я побачила, что информация вышла, что вона, що моя подруга, Оля,
що вона якби самостійно блокує у це бажання відчувати задоволення від і навчання, від якихось там. Вона навіть коли казала про фотографую, хоча я знаю, як їй це подобається як подруга, вона казала, ну, від фотографії, тобто сама якби блокує оце задоволення. Це те, що я побачила. Марин, ти обратила внимание, як не дозволяє собі. Марин, а ти обратила внимание, як вона дралась, коли я пыталась її спровоцировати і сказати, при пожилому у тебе нет этой учебы. Да, да, тобто є... Как вона себе повела на мою провокацію? Як вона повела себе? Ну, як вона себе, ну, я не знаю, як вона себе, вона почала якби виправдовуватись, да, типу, чи якось так... Це не оправдан, вона почала убеждати. Вы что мне рассказываете? Я даже не собираюсь бросать эти занятия. Я опять повторяю, предположим, что ты их оставила. Хотя за этим же стоит желание, да, заниматься, отримувати знания, але ну, мне это знакомо, ну что сказать? Це я прям дивлюсь, як в дзеркало, просто чесно. Те саме в мене є. І оце, коли я дивлюсь на себе і не розумію, мені подобається чи не подобається, туди мені чи не туди, я навіть, ну, як інформація, і воно ж резонує з собою одночасно. Тобто, обратите внимание, возможности расстановок, в первую очередь, информацию проявить, посеять зернышко и подумать. Оля, я уверена, что нет необходимости переделывать твою маму или в чем-то ее убеждать. Я с уважением к Ларисе отношусь. Она героическая мама. Тем более, что когда она приходила в работу, да, ей хотелось создать партнерские отношения с кем-то. Я ее понимаю. Конечно, у нее может быть разочарование. Потому что в любом случае расстановки делали еще что-то, а она по-прежнему одна. И отношения у нее ни с кем не сложились. Это так или не так? Это так, но я от нее много раз слышала, что мне так лучше одной, что слишком надо много внутри поменять, чтобы с кем-то быть. Я понимаю. Поэтому посмотри, что общее у тебя и у мамы. Тебе трудно признать свое право, что получать яркие впечатления. Говорит, да, мне хорошо, мне это радостно, я буду этим заниматься. Вот это позволение, что, ой, а что мама скажет? Что, ой, меня так вывернуло в левую сторону, аж прям... Да. Мнение мамы важно. Это так. Да? Ну, мне, вот говори прям громко, мнение мамы мне важно. Да, мнение мамы мне важно. Это так. Это так. Да. Понимаешь? Моей маме тоже мне важно, да, ты сама. Да. То есть посмотрите, что такое смириться и принять. Неоднократно вот так с этим столкнуться, сказать, ну, знаешь, глаза боятся, руки делают. Дорогая мама, ну что ж сделаешь? Ну вот так вот. Непростая эта задача. И я сегодня благодарна ситуации, что посмотри, что получается. Вышли на больные темы. И для Марины, и для Оли. И позвали. Когда я слышу от психологов, когда я слышу в себе, полюбить там себя или разрешить там себя, у меня один маленький вопрос. Как? Матика. Да, я тоже тебе. Как я жестко шучу? Я говорю, каком к низу. А у нас все получается каком к низу. А вот журнал Космополитен знает. Верю. А вы, Ирина, А я не знаю. Журнал Космополитен. Журнал, еще несколько журналов. У меня вот сейчас прям открою вам эти, как их называют, письма. Они все пишут. Вот идите, будете принимать участие в чем? Топ там лучших женщин, топ психологов, еще что-то. 5000 вы на первой странице. 5 и там и так далее. Нас читают столько-то. Мы на всех раскладках. Глянцевые журналы часто конкретно выходят с такими предложениями. Ценовая политика, ты платишь, столько-то делает фотосессия. Это нормально, ребята. Люди должны знать. С одной стороны, это хорошо.
Но с другой стороны, вот эта популярная психология, которая заявляет, как надо, ну, к сожалению, она чаще работает вот, ну, в минус. Потому что тот кропотливый труд, который идет вот сейчас у каждой из вас, это невероятный ежедневный труд. Сегодня, посмотрите, что сегодня. Я вообще думала, у вас никого не будет. Потому что сегодня все консультации шли вот так вот. Я вместо Зума работала, с кем в Вайбере работала, в этом, как его зовут, в Телеграме работала, по телефону работала, с пауэрбанками. И сейчас сижу на всех этих причиндалах, которые обеспечивают электрическую связь. Понимаете как? Ну, это ж не повод. И посмотрите, я очень хочу, Оля, чтобы ты пересмотрела свою запись, и, может, с Мариной еще раз обсудили, как вырастить смену состояния. У меня к вам вопрос. Смену состояния? Ну, иногда медитация. Аплодисменты. Смена состояния выращивается наедине с тобой. Тобой. Это самая сильная смена состояния. Нет, можно переключить внимание, послушать музыку, принять ванну и что там еще сделать. Много чего можно сделать. Но это будут воздействия откуда? Извне. Можно 50 грамм налить, можно пивка, можно там вкусняшечку сожрать. Все можно. Но это будут воздействия откуда? Извне. А вот остаться наедине с собой и что? И попасть в желаемое состояние. Это вырабатываемое умение. Вырабатываемое умение. Я какую фразу часто привожу, шекспировскую? Гамлет говорит Гертруде: наденьте маску добродетели, глядишь, к лицу и прирастет. Впервые в книге Нарбекова «У дурака ли ключ к прозрению» я прочитала о том, как они пришли в какой-то монастырь, и монахи показали им практику улыбки. То есть нужно было ходить далеко за водой, и практика считалась зачетной, если они улыбались, пока шли за этой водой и пока возвращались за этой водой. Вот. Практика улыбки. И это был, там, Нарбеков предлагал поставить себе задачу поулыбаться несколько дней. Перетерпите, что в метро на вас будут смотреть, как на чумных, там, или еще что-то. Я попробовала. Попробуйте, сколько вы сможете продержать улыбку. Что такое продержать улыбку? Это не значит хохотать или просто... И вот в этом состоянии пробудьте все время. Попробуйте. Вот просто попробуйте, и вы увидите. Как мне? Keep your smile. Элемент вежливости. Держите улыбку. Держите улыбку. С Шекспиром связывайте. Глядишь к лицу, и что? Прирастет. Ребятки, 48 мышц надо удержать, чтобы вот это вот... 48, там, группа мышц. Да, он доктор анатомии хорошо знает. А для того, чтобы вот так, включается всего 16. Поэтому, когда ты долго сидишь вот так, нейронные связи начинают шуршать совершенно как? По-другому. По-другому. Когда мы с вами уходим в йогу смеха, напрягается что? Диафрагма. Йога смеха – вокальное упражнение, смена типа дыхания. Так? А когда мы просто вот это вот держим, это управление в первую очередь нейросистемой. Проверьте себя, попробуйте подержать вот такое выражение лица длительное время. Вон Яночка занимается театральным искусством, она в курсе всех этих дел, скорее всего. Ну, так я когда попробовала, это уже более 20 лет назад, когда я с этой книжкой столкнулась. Ребят, я поставила задачу, и я... Ну, ничего не получилось. Но я рада, что я сейчас с вами вспомнила, потому что вы закон, знаете, у нас с Дашей складывается так, то, что мы делаем сами, нам легко, ну не легко, но получается доносить до других людей.
А теперь давайте, Ирочка Криницкая не слышала, о чем мы с вами говорили. Ир, можешь включить камеру? Дайте мне буквально, пожалуйста, 10 минут. Добрый вечер. Я просто... Добрый вечер, хорошо, приходи в порядок. Я рада, что ты есть. А тогда мы, Марин, давай посмотрим, зачем ты пришла сегодня. По крайней мере, это будет честно. Проси о работе, делай назначение. Давайте так. Ирина Геннадьевна, група, попрацюйте, будь ласка, для мене. Ірина Гервна, я хочу вас також попросити побути інформацією про те, навіщо я сюди сьогодні прийшла. Я моментально стала дуже серйозно. Смотрю на тебе. Дихання дуже поверхностне. Но степень моєї серйозності така, что мне как-то аж больно вот здесь вот. То есть такое ощущение, как будто я, из простых слов называется груз ответственности. Как-то, когда я это сказала, я аж выпрямилась. Я смотрю на тебя, у меня вот здесь груз ответственности, дыхание, груз ответственности, значимость, серьезность. Дыхание становится глубже. Давай текст. Не спеши. Я очень серьезная. После того, когда я проговорила про груз ответственности, я вот прям поерзала, выпрямилась. Вот. Такая прям, ух ты. Я аж горжусь. Коли я це чую, то я фізично відчуваю, що я не можу дихати, як сама собі забороняю дихати, наскільки мені це чути відповідально. Ух, коли ти сказала, це відповідально слухати, це я така, знаєш, як будто от я прям сейчас медаль мне вручили, какая я хорошая, какая я ответственная. Прям вот, ну что, плечи расправились. Я такая прям, как это, прям вот, я сейчас взорвусь от гордости. Я прям сейчас вот взорвусь. Я вот прям, ох, аж рот по коже, какая я, ох. Ну, мне смешно, мне хочется смеяться. Когда ты это сказала, мне же легче стало, потому что у меня мороз по коже, я прям аж взорвалась от того, какая я. Мне слово важное не подходит. Ну, гордая. Гордая, цікаво. Ну, мне так, да, я такая озадачена. Мне смешно от этого. Такое впечатление, что я какой-то на театральный круг прийшла. І дивлюсь на вас, як, ну от, і мені прям так хочеться сміятись, я не знаю. Якась такий захисний, якийсь, захисна якась реакція така. Ох, які хороші слова. Мариночка, можна я тепер зараз, я буду просто як тренер. Скажи такі слова. Я даже не ожидала тим, як я горжусь, прикасаясь к таким знаниям. Як я горжусь з тобою. Я навіть не очікувала, як я пишаюсь собою, доторкаючись до таких знань. Ух, я на землю стала. І нос зачесався. Все. Ушло напряжение. Я теперь смотрю на тебя, как земной человек. И опять сейчас как тренер говорю. Возможно, тебе важно придавать себе значимость. Для самой себя. Угу. У тебя же есть образование психолога? Есть. Угу. Правда? Угу. Но ты не работаешь с людьми по профессии. Ну, зараз, да. Не... Ну, по факту, да? Угу.
Да, я даже не ожидала, что мне важно быть значимой перед самой собой. Я навіть і не очікувала, що мені важливо бути значимою перед самою собою. Ну, сейчас я смотрю на тебя ровно. У меня совершенно ровное дыхание. Нет, такое нет никаких таких нечеловеческих переживаний. Очень, я очень земная. Якось такі почуття цікаві. Описывай их, описывай. Да, саме треба в словах завернути. Так, в мене є визнання, я от визнаю про те, що мені важливо бути значимою для самої себе. Оце таке визнання, якесь таке собі підтвердження якесь внутрішнє. Але тим часом воно мене лякає. Якось так, якісь навіть не лякає, а якось таке слово, якось невпевненість така. О, да, це не страх, це така невпевненість в собі, що я можу значити щось отак. Смотри, Маринка, мені дуже зрозуміло те, що ти говориш. Потому что когда я входила в психологию, я вам говорила, я психодела, как психолог, который работал с психиатром. Мы работали частным образом, и она работала там как психотерапевт, но не как психиатр. Ну, то есть она как психотерапевт работала, я была при ней психологом. И у меня язык не поворачивался назвать себя психологом. Я так и говорила, доктор, в вашем присутствии я чувствую, что вроде как я психолог. А вот без вас я не могу. Потому что я училась психологии, получая как второе высшее, немножко формально. Я не планировала даже работать психологом. И поэтому вот то, о чем ты говоришь, то есть я боялась себя называть психологом, тем более, особенно когда мы приехали в Киев, мы сразу попали там на телевидение, там, ну, в общем, разное уже. И вроде как, а кто вы такая? А у меня язык не поворачивался говорить, я психолог, какие у вас заслуги? Статей нет, диссертации нет, того нет, того нет, того нет. Ну, когда я с доктором, вот она психиатр, а я психолог. Вроде, когда мы в паре, да, я себя как-то чувствовала. Сегодня я понимаю, что количество людей, с которыми я общаюсь, и эти люди говорят, у меня то поменялось, у меня то поменялось, у меня то поменялось. Я думаю, а, значит, я что-то что умею, значит, я что-то могу. И сегодня я не горюю, что у меня нет... Нет, статей-то там много, но они все в научно-популярных журналах или в глянцевых журналах. Нет у меня научных статей, диссертаций. Да, этого у меня нет. Есть только люди, которые говорят, а что-то она знает. И ассоциация признала мое право быть тренером, обучающим терапевтом. Ну, системным терапевтом, да, не про психотерапию, да? Вот это единственное, что. Поэтому я сейчас зачем это, Марин, говорила? С практикой у тебя это тоже что? Прыда. Конечно. С практикой. Я сейчас говорила эти слова из желания поддержать тебя. Потому что мы так устроены. Мы так устроены, что нам важно, чтобы люди нас что? Признавали. Так мы устроены. А потом, вот когда ты начинаешь себя признавать, уже не так и страшно. Я абсолютно уверена, что у Оли придется еще хорошо потрудиться, чтобы признать свое право, радоваться. И я буду напоминать, Олечка, все, что сегодня происходит в семье, по здоровью, по твоему, по здоровью твоего ребенка, это все любые знаки со знаком плюс складывается и в силу того, в силу тех знаний, которые ты вот последнее время получаешь. Из той же китайской медицины, аюрведы, из тех же расстановок. И врачи хвалят тебя, говорят, что ты смелая мама, или не хвалят? Вспоминай. Ну, говорили, что мама смелая. Но они же не знают, на чем твоя смелость держится. Итак, Марин, я думаю, здесь достаточно тебе. Как ты? Благодарю.
Да, дякую за работу. Угу. Ирочка, уставшая после дня, рада мы тебя видеть, потому что сегодня в связи с электросостоянием нашей державы сегодня все испытывают разные трудности. И у нас к тебе предложение, потом мы поговорим. Давай посмотрим, зачем ты сегодня сюда пришла. Попроси нас о работе. Угу. Интересно. Ирина Германовна, группа девочки, поработайте для меня, пожалуйста. Угу. Делай назначение. Вот из нас троих. Яночка у нас тоже будет какой-то действующей фигурой. Прятка, назначай, будь, пожалуйста, информация о том, зачем я сегодня сюда пришла. Оля, будь, я прошу тебя, побудь, пожалуйста, информацией того, зачем я сюда сегодня пришла. Окей. Ирина Германовна, я прошу вас быть информацией о том состоянии, которое меня очень сильно беспокоит, скажем так. Угу. Ладно, Оля, звучи первая. Ну, я смотрю... На экран не смотрю, я смотрю вниз. И где-то в груди у меня такое колыхание. Смотрю вниз вправо. Сразу, как только ты меня назначила, сжалась промежность. Сижу вот так вот, ноготь дергаю. Все, взгляд сейчас на Олю и сжимаются вот так вот губы. Дышать почти не могу. У меня с губами тоже что-то. Оля, как ты отреагировала на мои слова? Только была реакция на слово «губы». Потому что тоже губы как там. Угу. Ира, давай, когда я как это слышу. Немножко припухшая. Ира, давай, когда я это слышу. Когда я это слышу, у меня поднимается волнение. Мне также тяжело дышать. И у меня плаксливое состояние. Угу. Нервных слов еще больше вывернула вправо, вообще прям в шею. И я такого как будто бы жую что-то, хотя у меня, ну, как зубами, хотя у меня ничего во рту нет. Вывернула очень так вот шею вправо. Зеваю. Когда Оля это говорит, я зевать тоже начала. Ира, я сейчас как тренер задаю вопрос. С кем ты сегодня поругалась? Кто тебе что сегодня сказал с утра? Ничего, мне сегодня на удивление был необычно разгруженный, спокойный день. Угу. Я ни с кем не ругалась, но просто я замечаю ряд событий. Ну, это касается меня и Андрея. Но я, глядя на Андрея, понимаю, что это я. Все может быть. Подожди. Давай тогда посмотрим. Ты же зачем-то сегодня сюда пришла? Оля, смотри, попала в конкретное состояние и смотрит в сторону, скорее всего, в сторону отца, я так просто предполагаю. То есть я сейчас... Говори. Я зеваю. На что у меня была реакция? Во-первых, какая-то пошла как скука, и я вот смотрю вправо. И пошла вот реакция на слово «руга», что ни с кем не ругалась. Вот это слово я услышала очень хорошо, ругалась. И какое-то такое, вот я смотрю, мне как... Я зеваю, как скука, это какая такая. Я очень с ней связана, я тоже зеваю. Реакция хорошая такая, наругалась как-то вот. Я зеваю очень сильно зеваю. Это логично, ой. Скука и ругалась. Потому что не ругалась и скука. Ирина Германовна, а я могу назначить вот Марину? Можешь, можешь. Про Андрея. Хорошо. Можно?
Да, давай. Состояние, вот, которое меня... Мариш, побудь, пожалуйста, информацией о состоянии Андрея, то, которое меня очень сильно беспокоит. Ох, у меня растянулась вот эта правая сторона, я влево клонюсь. Слезы на глазах появились. У мене теж так уж почали сльози на очах. От прям заплачу зараз. Я відчуваю, як ця область якось так вниз іде. От як той смайлик такий, знаєш, коли я питаюся. Я починаю дивитися, мене так дуже прям чіпляють дитячі речі. Якісь такі хлопчачі. Якийсь астронавт, то я сюди дивлюсь. Тобто на якісь такі іграшкові. Я на них дивлюсь з таким почуттям. Як це описати словами? От я роздратована, важко роздратована. От мені ці всі речі. Вони мене, типу, як чи злять, чи якось от. Мені прям хочеться, тут лежить палка Гаррі Поттера, Нікіти, мені прям хочеться їх так всіх позносити. От прям от якось, я не знаю, така якась. Ірочка, Іра, давай, когда я это слышу, говори, Іра. Когда это слышу. Мне хочется плакать. Я сейчас как тренер подкидываю слова. Дорогой сын, ты взрослеешь слишком быстро. Я не знаю, как с этим быть. Ты взрослеешь слишком быстро. Я не знаю, как мне с этим быть. Я скажу. Говорю. Потому что когда ввели вот эту Марину как состояние, я закрыла левое ухо, я стараюсь сделать все, чтобы это не, вообще не слышать эту фигуру. Это левое ухо я вот так придавила. Я зеваю сильно, но вот слышать я этого не хочу. Зеваю. Я, вот Оля говорит, а починаю после слів Даши, вот дорослішаєш, да? Мені хочеться всі-всі речі скласти, або я їх не бачу. Тобто мені настільки важко на них дивитись, що я навіть не можу зрозуміти, що відчуваю. Я хочу якийсь мішочок взяти, їх просто всі поскладати, щоб от я їх не бачу. Ір, вопрос к тебе. Я зараз як тренер. Тому що із інформації я очень енергії багато йде. У мене вопрос к тебе. Страшно відпускати ребенка в взрослую жизнь? Очень. Выпрямись и скажи, я даже не представляла, насколько сегодня ты для меня смысл моей жизни. Я даже не представляла, насколько ты на сегодняшний день являешься смыслом моей жизни. Мне страшно отпускать тебя в взрослую жизнь, я не знаю как. Мне страшно отпускать тебя во взрослую жизнь. Я не знаю как. Пока это так. Пока это так. Ну, прямо, мне хочется якось себя прямо за горло взять. Теперь я вижу, что для меня ты еще очень маленький. Теперь я вижу, что для меня ты еще очень маленький. Я навіть подумати про це боюсь. Ну, тобто я навіть це чути не хочу. Він для мене ще маленький, все. Оля, що происходит? Я очень сильно зеваю, взяла себе за лоб, сухом немножко. Легче стало, хочется его прям чесать сильно туда, в середину. Смотрите, я никого при этом не могу. Зеваю сильно. Ой, Боже. Я сейчас опять как тренер буду говорить. Мы не знаем. У нас есть установки, что наши дети вырастут когда-то. В отличие от вас, я прошла школу, когда я работала в детском саду.
Я там научилась на 3-4-летних, 5-летних деток смотреть как на равных. Это дало мне шанс, как бабушке, на внуков смотреть как на равных. Это очень сложная вещь. Понимая, что ты старше, неся ответственность смотреть как на равных. Меня Ирина Германовна, понимаете, я смотрю на него как на равного, да? То есть я ему делегирую право, то есть я ему как бы объясняю, и я его вот потихоньку выпихиваю так, ну, как бы позволяю. И чем больше как бы я его отпускаю, тем больше он как бы привязывается ко мне еще больше. И мало того, что привязывается, он начинает вести себя вот как действительно как маленький ребенок. И меня это очень сильно вот... Ирочка, здесь речь идет о некой травматизации. И о том, что пока вы с его папой, ну, пытались строить свои отношения, он жил в определенном, ну, скажем так, напряжении. И поэтому сейчас это нормально ему прильнуть к тебе и искать защиты. Я такой маленький момент скажу, когда был период у Артура, внука, когда вдруг он вытащил соску, пустышку, нашел бутылочку с соской, да, и как-то вот какой-то период, неделя то ли две, везде и по улице, и в магазин ходил. Это было не так давно, буквально года полтора-два назад. Прям вот ему доставляло это удовольствие, так, ностальгировать по этим моментам. Смотри, Марина что вначале сказала? Я бы сложил все эти игрушки. Потому что держит себя. Я вижу, что ты пока тоже не знаешь, как жить в новом состоянии. Да. Скажи так. Я не знаю, как жить без тебя, мой дорогой сын. Мне страшно. Я вижу, что тебе тоже трудно жить в новом состоянии. Я вижу, что тебе трудно жить в новом состоянии. Расти больно. Расти больно. Оля, что происходит? Ну, я одевалась, не отпустила шею, вроде как. Теперь могу смотреть прямо в Иру. У меня мокрые глаза. Я вижу всех и ну как? Ну, вижу. Зевать продолжаю сильно. И я зеваю. Что, Марин? Я вычуваю такую самотность. Говорит об этом. Частенько говорит. Что я ніби як... Я в цих іграшках. Ніби в мене є і те, що я хочу. Але я так, я зараз якраз в кімнаті малого свого і сіла на оцей диванчик тут його. І я така самотня, прям, я така в цій кімнаті, вона така велика ця кімната. Я така маленька, я така одна, і мені так... І мені, знаєш, що йде, Ір? Що якщо, ну, ти не знаєш, як бути ну, чи дорослішати, чи якось так, то я, ну, тим паче не знаю. Якось так. Тобто, значить, якось я так, очень важный момент идет. Давай так, Ира. Ир, ты выросла? Выросла. Дорогой мой сын, я верю, что ты через это пройдешь так же, как через это прошла я, как через это прошел твой отец. Ну-ка вот таким вот голосом, который я сейчас
Вот он у меня отсюда идет. Подыши и попробуй сказать так, посмотрим. Подыши. Ира, подыши, потому что у меня прям вот подниматься начинает вот это вот. Отсюда желание, чтобы у тебя вот оно отсюда пошло. Чуть-чуть сбилась. Ну ладно, сейчас попробую сказать. Подыши, подыши. Подыши. Я могу сказать. Дорогой мой сын, я выросла. И я уверена, что у тебя тоже получится вырасти. Твой отец тоже вырос. Пока ты Я растешь, верю. И Что пока ты тебе растешь, я удастся и рядом. получится. Прерывается. Пока ты растешь, я все равно И рядом. пока ты растешь, я рядом. Ты всегда можешь опираться на меня. Ты всегда можешь опираться на меня. И в 11, и в 12, и в 15, и в 18, и в 20. 55. Не, не, за... не надо, подожди. Я говорю про детский возраст. Ты давай не преувеличивай. Хорошо. Там неизвестно, кто на кого. Ты можешь опираться на меня, и я поддержу тебя. И в 11, и в 12, и в 15, и в 18, и в 21 год. Я рядом. И я рядом. Можу говорити? У мене, знаєш, що піднімається, Іра? У мене піднімається таке, те, що ти поруч, у мене нема сумнів. Я це дуже добре відчуваю. От взагалі. У мене такий бойкот, от саме до слова дорослішати. У мене дорослішати це біда якась. Це погано. Я не хочу. От у мене йде протест, коли ти кажеш, я ж подорослішала, а мені хочеться сказати, і що? Ірочка, кажи так. У тебе ще є час побути ребенком. У тебе ще є час побути ребенком. От ми, да, фу, мені це легше стало. Тому що мені в мене протест. Іра, давай ще раз. Не спеши, дорогой. У тебя достаточно времени побыть ребенком. Дорогой мой сын, не спеши взрослеть. У тебя еще и достаточно есть времени побыть ребенком. Вот мне легче стало. Такое впечатление, что... Бо мне так страшно. Дорослішати, це просто, я не такий протест. Я не хочу вообще, я дивлюсь, ні. І ж, нічого хорошого це не несе. Це тільки несе якесь біду якусь. От, і мені щось таке, оце слова такі йдуть, типу, що як мене чи спонукають, от щось, типу, ну ти ж уже дорослий, чи, ну, тут вже треба цей, а я просто не можу, ну не хочу їх слухати. Я хочу слухати, що та нічого там, ну от якось типу, як ще, ну, ти ще дитина, от такое мені хочеться чути. Ребят, школа как спрашивает с 10-летних? Как за взрослых. Вот. Да. А я не хочу, чтобы мне стало, как милые взрослых. Мои, дорогие мои деточки, посмотрите, я сегодня, я вам говорю про ребят 16 лет, 15 лет, 14 и 17. Это дети, которые просто плачут, не хотят уходить
из детства, потому что они в силу обстоятельств, хорошей во взрослой жизни ничего не видят. Понимаете? И поэтому здесь, вот сейчас самые ценные слова, признать право ребенка, ты наблюдаешь, как он растет. Как ты себя сейчас чувствуешь? Мне, честно говоря, мне, как говорится, отлегло. Стало легче. У меня нет того беспокойства, которое очень сильно было. А почему вот беспокойство? Банально. Вот есть группа мальчишки все одного возраста. Я на него смотрю, на Андрея, да? А он мне сразу как вот это вот мультик, сказка. Бычок Фердинанд. Понимаете? И он такой, как маленький какой-то. Они его все там затюкать могут, там толкнуть. Это не про греблю-то? И про греблю тоже. Угу. И про греблю тоже. И как бы я у него так спрашиваю, говорю, может, типа, не пойдем? Нет, пойдем. То есть, как бы, тут уже, видимо, не желание пошло, а принцип. А я переживаю все равно. И вижу, что он переживает. Но вот это вот слова одиночества я уже слышу давно, очень давно. Я уже давно слышу, он так иногда может прийти, у него как слезы наворачиваются, я его обниму. Я спрашиваю, что такое, Андрей, что случилось? Он говорит, я не знаю. Угу. Просто плачу. Я говорю, опиши свое состояние. Угу. Он говорит, не одинок. И что ты делаешь? Я ему говорю, что ты не одинок. Я всегда с тобой. Угу. Но иногда, конечно, говорю, что одиночество тоже как бы не полезно, а как... Это хороший как, период поразмышлять. Шикарно. Не пострадать, а поразмышлять. Да как тебе повезло? У тебя есть возможность побыть самим собой. Ну да. Я... Взрослые об этом мечтают. А у них не получается. Знаешь, я думаю, здесь мы можем остановиться. Как да. тебе такое предложение? Благодарю всех. Всех благодарю. Благодарю, Ирина Германа. Благодарю вас, девочки. Угу. Благодарю. И у меня искренняя признательность к вам. Потому что сегодня в силу обстоятельств, расстановочно развернутая работа, которую я планировал провести для Марины. Мариночка, это имеется в виду девочка, подруга твоя, которая пришла. Запросом там не одна работа, скорее всего, выйдет. Есть необходимость. Спасибо тебе. Интересные клиенты – это редкость. Те, кто приходит за спасительной таблеткой, тех боюсь. А те, кто приходят понять, раздвинь. Классно. И мы ушли вот во что. Вы можете ничего не знать про расстановки. Про правила, про порядки, что зачем ставить, что как выводить. Но вы сегодня знаете главное. Проявленное можно выводить все. Включать наблюдательность и неспешно распаковывать информацию. Без ожиданий. Наблюдательность, внимание. И поле действительно подскажет. Ты же, Ир, не ожидала, с чем ты столкнешься? Нет, я вот... Меня что сбило? Почему я тебе спросила, с кем ты говорила? Начали очень вот этот повернуло, да? Вот эти губы. Все думаю, что? Удар какой-то получила? Что там такое? Что случилось? У меня сложилось. Что был что-то, какой-то разговор. А у нас вышло наоборот. Вот горе-то какое. Ни скандала, ни истерики. На самом деле разговор был, но я уже как-то, вот я сегодня тоже так отметила, что я к этому так уже отнеслась снисходительно, но, видимо, где-то там еще внутри воно мене бентежить. Может быть. Воно мене бентежить. Угу.
Но страх за сына, теперь мне понятно, что было со мной, почему у меня так сжало тело, там мурашки выпущены. Это страх за ребенка, за своего. Это я сейчас уже могу сказать. Ты нас давай завершаем работу, благодари еще раз, потому что у меня еще... Да, благодарю группу, благодарю Ирину Борисовну. Поэтому сегодня я чуть-чуть активизирую теоретический материал непосредственно про расстановку, буду спрашивать некоторые статейки, которые хочу, чтобы вы посмотрели, почитали, да, чтобы увереннее в нотках разбирались, с которых эта музыка строится. У меня к вам просьба. Я разместила старые интервью Берта Хеллингера на питерском телевидении с Андреем Ермошиным. Если не ошибаюсь, где-то, наверное, на Псиконе, на конференции Псикон, по-моему, Ермошин был у меня на расстановочной практике. Это очень давние времена. Значит, и что там, где я столкнулась с психологами, которые меня обвиняли, как я, без желания клиента, заставляю его там кланяться папе. Но после этой работы он мне сказал такие фразы. Вы для меня были убедительны, что расстановки могут быть экологичными. Я так обратила внимание. У него интересная книга «Вещи в теле», еще интересные книги. И на питерском телевидении он интересную психологическую программу вел и ведет, наверное. Я без охоты, я не публично это интервью поместила, потому что, к сожалению, Ермошину не на нашей стороне. У него есть своя позиция по вопросу происходящего. Меня его позиция не интересует. Слышали? Но то, что там в этом интервью говорит Берт, заслуживает внимания. Договорились? Или не договорились? Посмотрите это интервью. Пожалуйста, не смотрите это интервью полностью. Смотрите его кусочками. Ну, достаточно длинное. Так. И сейчас Даша по четвергам читает книгу Берта Хеллингера. Ира, помнишь, что ты сказала? Я начала читать Хеллингера и смотрю совершенно другими глазами. Да. И причем между просмотрами был интервал, ну, не месяц и не два, больше. Поэтому я знаю, что вы все мамы, вы заняты, времени не столько, сколько хотелось бы. Ну, прикидывайте, как тебе ставить в план поработать по теме расстановок. И сейчас я за то, чтобы углубить вас в теорию вопроса и дать вам соприкоснуться именно с позицией самого Берта. Это даст возможность на фоне тех знаний, которые уже у вас есть, это даст возможность вырастить свое понимание, как пользоваться, а сейчас я скажу опасную фразу, любыми видами расстановочных практик. Любыми видами расстановочных практик. Потому что если вы умеете читать, вы любую книжку можете прочитать. Понять не знаю, а прочитать – да. Так и в расстановках. Так и в расстановках. Итак, физически сейчас встряхнулись. Глазники закрыли. Перенесли внимание на дыхание. И вот такой небольшой разговор с собой. Хочу или не хочу, нравится или не нравится. Я договорюсь с собой, чтобы минутка тишины, медитация уверенно приходила в мою жизнь. Посидеть в тишине не потому, что я устала. Посидеть наедине с собой не потому, что мне кто-то рассказал. Я хочу выйти на уровень потребности слышать себя. В той глубине бессловесного знания на уровне ощущений. И это даст мне возможность моделировать состояние, попадать в равновесие
при этом оставаясь чувственной, чувствующей во всем разнообразии положительных, отрицательных, любых оттенков чувств. Сейчас я наедине с собой в огромном виртуальном пространстве моего мира. Окружающий мир сам по себе. Мое тело само по себе. Я управляю своим вниманием. Я выбираю, на чем удерживать внимание. На звуках внешнего мира, или на запахах, или на звуках моего тела, или на ощущениях твоего тела, на мыслях, на цветовых пятнах, которые могут появляться у меня перед глазами, в моем представлении воображения. Вот сейчас, слушая голос ведущего, я осознаю, что я могу выбрать, на чем удерживать свое внимание. И сейчас я удержу его на своем умении улыбаться. Я переношу внимание на область лица. Расслабляю челюсть и вешаю, да-да, вешаю улыбку, которая не соотносится с состоянием радости или улыбки. Я улыбаюсь механически. И я понимаю, что мне по силам эта механическая улыбка. Четыре точки внимания. Чуть-чуть внимания на голос ведущего. Первая точка. Чуть-чуть внимание на моем дыхании. Вторая точка. Чуть-чуть внимание на том, расслаблено или напряжено мое тело и где. И сейчас все основное внимание на механическом удержании мышц лица в позиции, которая со стороны выглядит как улыбка. Я просто сижу, включив 48 групп мышц лицевых. Да-да, рот до ушей. Я вслушиваюсь, какие мышцы работают, когда я удерживаю улыбку. И мысленно договариваюсь с собой. Практика улыбка. Я приду к ней постепенно. Вот сейчас же мне по силам удерживать мышцы в позиции механической улыбки. Я отпускаю все лицо, улыбается только рот. Брови расслаблены, растекаются к вискам. Челюсть свободна, улыбается только рот. Я договариваюсь с собой, что я буду ставить таймер. Я начну с 3 минут. Таймер или будильник, как угодно. Но 3 минуты. Мою ли я посуду? Лажу ли я белье? Подметаю, пылесошу, что угодно. Но 3 минуты, пока нет сигнала, я удерживаю вот это выражение лица. Улыбка. Я наблюдаю сейчас, что устало на лице. Где есть напряжение? Отпускаю брови, отпускаю челюсть, а улыбку удерживаю. Смысл этого упражнения. Приучить систему подчиняться моей воле и наблюдать, что
какие изменения будут происходить в результате умения удерживать вот такую улыбку. Как бы это ни выглядело театрально, как бы это ни выглядело, как это будет выглядеть как для меня, так и для окружающих. Но у меня есть цель. Это слишком просто, чтобы мое тело мне не подчинилось. Это же так. Это не взбежать на 25-й этаж. Это не догнать уходящий автобус. Это просто удержать улыбку. Наблюдайте, какая часть лица устала или нет. И сейчас, когда будет завершена работа, улыбка на лице останется. Пошевелите кончиками пальцев рук. Улыбка остается. Соберите руки в кулак. Роскошно-роскошно потянитесь. Улыбка остается. Глаза прикрыты. Проверьте, получается ли удерживать эту механическую улыбку. Мягко откройте глаза, медленно. Соединитесь с окружающим пространством. Продолжайте удерживать улыбку. Марин, получается? Оль, получается? Ир, получается? Трэш какой-то. Не то слово трэш, я же вам рассказала. Опыт дурака или ключ к прозрению? Я экран почему выключила, потому что я чувствую, у меня начинает как жестикуляция какая-то идти лицом. Я уже так... Я ее вверх, она у меня вниз уже, вниз уже. Я ее направляю наверх. Напоминаю, вот я сейчас, я прилагаю очень усилия, чтобы удержать вот это. Я не случайно употребила слово механическое. Я не случайно, чтобы отнестись к этому именно как с работой с системой. Угу. Фу. Мне почему-то дышать тяжело, когда я держала улыбку. Вот правильно, непривычное напряжение. Ты Пьеро, ты грустный, этот как, грустный кукол. Спасибо, недавно где-то слышала уже. Хохотать нет вопроса, а вот удержать вот этого. Я же вам говорю, что когда я попробовала ту снарбековскую, это облом был полный. Но я неделю держалась, даже в метро пыталась удерживать улыбки, там отводя, чтобы народ не смущать, отворачиваясь или еще что-то. Я сразу я найду, наверное, отрывочек этот в книге. Самое интересное в этой книге, что про эту улыбку, что они узнали, что вода в монастыре есть, и за ней не надо ходить там сколько-то километров. Что им это давалось как задание, чтобы они шли туда за водой, с этой тяжелой водой возвращались назад, потому что они же понимали, что в монастыре нужна вода, да? И только потом им открыли секрет, что эта вода, оказывается, в монастыре все-таки есть. Но задание было, считалось выполненным, если им удавалось удерживать улыбку всю дорогу. Как вы поняли, какой смысл этого упражнения? Я поняла. Ира, говори, Ира, говори. Просто когда очень долго целенаправленно, намеренно держишь улыбку, ну, долго, я так понимаю, надо минут 15 как минимум, но сразу 15 минут это невозможно. Невозможно, верю. По нарастающей. У тебя происходит, видимо, там в голове идет какое-то включение, и у тебя происходит смена настроения с минуса на плюс. Аплодисменты. Я ж не случайно про просто вот надо задание. Время, чтобы вот тут включилось. Почему и подольше вот. Keep your smile, keep your smile. Все. Я признательна всем, кто участвовал сегодня в занятии. Никакие отключения электричества, никакие блокауты, ничего не помешает нам с вами продираться к расширению знаний. Согласны? Пожелаем успехов, что те, кто будет смотреть в записи, вытащили для себя сегодня по максимуму, что вы уже те, кто расстановками может уметь пользоваться. Оля,
Я верю, что твоя семья признает твое право расширять твои знания. Марина, я верю. Нам уже, наверное, пора с тобой поговорить. Посмотрю. Но я верю, что ты будешь... Да, надо поговорить, Марина. Обсудить нам, что я хочу, чтобы ты ушла в работу вот с этой замечательной женщиной. Не сразу, но как пойдет. Я ей открыто сказала, что раз у тебя подруга Марина, я буду работать так. Все, что я нужным считаю, я сделаю. Но дальше я буду работать с Мариной так, чтобы вы... Вот тут вы подруги, а вот тут вы в работе. Оля и Марина, вам мешает то, что вы подруги, сотрудничать вот в контексте учебы? Нет. Или вы думаете, что не мешает? А мы это сможем проверить, опять-таки, при помощи практики системных расстановок. Но не сегодня. Итак, как вы себя сейчас чувствуете? Хорошо. Я прощаюсь с вами. До следующих.